О! Всем привет, друзья! Рад вас сегодня видеть, коллеги мои и подписчики. Сегодня у нас будет испытание Шифенга 504 с Куном. Его в действии, ребята. Действительно долгожданное видео, интересное для меня было самого, так как управлять им одно удовольствие. Сказать о нем что-то плохое очень тяжело, ребят. Очень, потому что действительно пока нарека нету, но у нас впереди пахота, культивация, нарезка, посадка, господи. Это просто не трактор, а вещь. Также забегу заранее, друзья. Данный трактор предоставила мне компания kronos5.by.ru, ребят. Вся информация на их сайте, цены, друзья, не озвучиваю, так как потом вы меня полоскаете, потому что они прыгают, плавают, а кто-то и в следующем году смотрит, и постоянно какая-то беда. Вот, ну и также есть, друзья, я, как говорится, в тапочках, ребята, как дома, под музычку. Хотел вам показать, друзья, как легко он управляется. Вообще, смотрите, тут джойстик, получается, вверх. Смотрите, я попробую так запечатлеть вам. Вот джойстик. Вверх. Это поднимаем. Угол атаки это опускаем. Поднимаем. Опускаем. И плавающий для отвала. И также можно сейчас, чтобы вам показать, чтобы вы видели. Откроем челюсти. Челюсти это маленький рычажок. Данная модель просто сказка. Это реально так и есть. Это просто удовольствие. Погнали.
Ну и вот, ребята, как асфальт. Что творит отвал? Классная вещь. Ну что, ребята, надеюсь, вы все это видели, друзья, и сами можете сделать свой вывод. Действительно, агрегат классный, работать с ним просто одно, ну, я не знаю, удовольствие. Это вам не три рычага, это просто джойстик, и вы кайфуете от этого, друзья, это правда. Друзья, все интересующие вас вопросы, скидка от моего канала, обращайтесь, ссылочка внизу в описании, Telegram, Instagram. Так что, всех был рад вас видеть. Надеюсь, видео вам было интересным и полезным. И, кстати, я хотел добавить. Давайте сделаем рубрику вопросов. Один раз в неделю я буду отвечать на вопросы, друзья. Какие вы захотите. Постараюсь. Только, пожалуйста, напишите в комментариях под этим видео любые вопросы. Я потом сделаю видео. Будет снизу написано, по тем, какой вопрос вы задаете. Я на него отвечаю. Будь то бизнеса, будь то голубики, будь то трактора, на любой ваш вкус и цвет. Всех был рад видеть. Всем пока. Обнял. До встречи. Забыл добавить. И вообще хотел узнать ваше мнение о работе на данном тракторе. Буду очень вам признателен. Также, ребята, пишите в комментариях. Скажу вам просто, когда техника действительно хорошая, тяжело что-то сделать, чтобы с ней стало что-то не так. Или соврать. И многие знают уровень Шифенга, я думаю, прекрасно понимают, что это за трактор. 50 лошадок. Так что просто зверь-машина. Я хочу вам всем пожелать здоровья, добра, удачи и тепла. Будьте добрее. Всем пока.